Коллеги, Prodexpo 2022 мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми, интересными продуктами. А здесь знакомить-то абсолютно и не нужно, потому что рядом со мной представитель прекрасной компании Вкусвилл. Друзья, давайте, вот аплодисменты я слышу за, по ту сторону экранов, давайте познакомимся с вами. Меня зовут Екатерина, я ведущий менеджер направления B2B по работе с партнерами. Я Юлия Баринова, я тоже развиваю направление B2B, являюсь лидером команды и работаю в компании с 2019 года. Да, обычно мы спрашиваем, как дела, а где вы базируетесь? Ничего спрашивать здесь такого я не буду, потому что вас все прекрасно знают. Давайте сразу расскажите, что вы делаете на выставке? Чего интересного от нее ждете? Вкусвилл, направление B2B, это бизнес для бизнеса. Мы в данный момент участвуем на выставке и ищем партнеров. Со своей стороны мы можем позиционировать себя как ответственных поставщиков. Идем в разные регионы. В данный момент мы присутствуем на территории РФ в 56 городах. И на этом не останавливаемся, шагаем дальше и покоряем горизонты. Могу также добавить, что мы вообще ни разу не останавливаемся ни на чем. Мы есть уже на автозаправках, мы есть в кинотеатрах, мы есть в аптеках, мы есть на самолетах, на пароходах. Ну, на пароходах, правда, пока еще нет, но все впереди. В общем, бизнес для бизнеса – это бизнес без границ. Вкусвилл доступен всем и каждому. А еще мы есть за пределами России, в Казахстане и в Беларуси. И все это благодаря именно нашему направлению B2B. Интересно. Я так понимаю, что мы можем поговорить о продуктах, но, может быть, вы выделите какой-то интересный спектр продуктов или какую-то линейку, которая стала, может быть, более популярной вот в последний год. Может быть, есть какое-то направление, которое сильно изменился вкус покупателя. Может быть, что-то вот вы, как большой игрок, можете точно на себя отметить какие-то позиции. В 2021 году могу отметить позицию, это египетский манго, который покорил наших партнеров. В месяц мы продавали более 100 тысяч тонн манго. Это только в месяц. Столица манго мировая – это Россия? Нет, это Египет. Я имею в виду, что у нас, наверное, продавали и кушали его даже больше, чем в Египте. Я про это, что такое количество манго. Да, это действительно так, и манго у нас приобретают не только в различные сети торговые, но и на переработку, различные фруктовые нарезки, производители, мы пошли в хорику. То есть манго советую попробовать всем, сезон будет в сентябре, приходите, мы рады вас видеть. Это замечательно. Ну, наверное, мне хочется теперь спросить вас, что бы вы хотели пожелать всем участникам выставки и всем игрокам рынка? Может быть, у вас есть какое-то наболевшее или наоборот, просто что-то хотели бы сказать приятного? Хотела бы пожелать всем развития и добрых, лояльных, отзывчивых партнеров, таких как у нас. Вкусвилл работает только с такими партнерами. Друзья, будьте хорошими, тогда Вкусвилл будет работать с вами. Спасибо большое за интервью и удачи. Всего доброго. Спасибо.